Из инжиниринга такие крупные компании, как генерирующая компания, сетевая компания, другие компании высокотехнологичные, они не имеют перспективы. Если вы все будете покупать, значит, никаких денег не хватит. И самое главное, мы можем сделать такие ошибки, которые потом вернуть и переделать, это будет очень сложно. Иметь мощную команду инженеров, которые будут оснащены 15 лабораторий, я думаю, и дальше надо будет развивать. И самое главное, вы должны работать не только на генерирующей. На генерирующей компании вы должны отрабатывать, на генерирующей, на сетевой. Вы должны находить иностранных партнеров, работу за пределами. Для этого есть все условия. Поэтому я считаю, что вот первый шаг сделан, у вас есть свой дом, есть своя команда, есть поддержка. Поэтому желаю вам успехов, а мы, в свою очередь, будем во всем вас поддерживать.